Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, страница 68, задание на полях. В этом задании мы должны решить головоломку. Давайте посмотрим на то выражение, где у нас неизвестно одно число. Это второе выражение. К какому-то числу прибавили 18, получили 29. У нас неизвестно первое слагаемое. Чтобы его узнать, нужно из 29 вычесть 18. Это получится 11. А 11 плюс 18 равно 29. Значит, вместо квадрата мы можем записать число 11. Следовательно, и здесь у нас получается 11 минус какое-то число, получится 2. У нас неизвестно вычитаемое. Чтобы его узнать, нужно из уменьшаемого 11 вычесть разность 2. У нас получится 9. Значит, вместо кружочка мы можем писать 9. Теперь посмотрим на последний пример. Здесь у нас из какого-то числа вычитают число 11 и получается 2. Неизвестно уменьшаемое. Чтобы его узнать, нужно к вычитаемому 11 прибавить разность 2. У нас получится прибавить разность 9. У нас получится 20, и пример 20 минус 11 равно 9. Итак, треугольник равен 20, квадрат равен 11, а зеленый круг равен 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.